14 видов краснокнижных растений произрастает на этой огромной территории, в том числе уникальные реликтовые терескены кохия, которые появились здесь 12 тысяч лет назад. Ну а мы пока нашли землянику, она тоже в Красной книге. Настоящая сибирская Ирландия. Страна холмов, а вокруг, пожалуй, на улице и феи, и эльфы. Стоит просто закрыть глаза. Подписчики рассказали нам, что на этой территории загадочным образом растут кривые березы. Что с ними случилось, почему они стали такими, до сих пор не знает никто. Сегодня «Облаком природы» открыла вам еще одно удивительное место. С волшебной природой вдали от оживленного города, идеально подходящее для отдыха всей семьей. И вы с удовольствием вернетесь сюда снова. Давайте. Да.
Всем привет! Я кедровая шишка. Могу рассказать вам все о кедровых лесах и их обитателях. Это птица-кедровка. Она ест кедровые орехи и, как белка, делает запасы на зиму, пряча орешки в разные места. Тайнички с запасами, неиспользованной кедровкой, дают возможность прорасти могучим кедрам. В Томской области много кедровников, но они настолько ценны, что взяты под охрану. Хотите побывать в настоящем кедровом лесу? Да! Посмотрите, какие огромные деревья. Высота кедра достигает 50 метров. Возраст этого кедровника 160 лет. Эти деревья, значит, старше наших бабушек и дедушек. А сколько живут кедры? Да почти 500 лет. А первые шишки появляются в возрасте 60. Вы знаете, как их собирать? Можно залезть на дерево и сорвать. Можно кинуть меч или камень. Можно потрясти ветки. Рубить деревья и обобрать шишки. Какие мечи, какие топоры. Нам нужен квадрокоптер. А вот и нет. Шишку можно только собрать опавшую с земли. Кстати, ее вы можете собрать к себе домой. Берегите кедровники, ведь лес приносит так много пользы людям. Пока-пока! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова ваш гид по уникальным местам Облкомприрода. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, и не только по просторам нашего региона, но и вглубь его истории. Заглянем в прошлое на 300 миллионов лет назад и узнаем, что было на месте Томской области.
до того, как тут жили динозавры. Библиотека. Можно нам что-нибудь про особо охраняемую территорию посмотреть? Нам доклад нужно приготовить про особо уникальные объекты. Конечно, есть. Садитесь, сейчас подберу. Можно сказать, что мамонты ходили на саду, нашли их кости. Может, у нас динозавров можно найти? Что там эти динозавры? У нас есть места с окаменелостями более древних животных. А разве динозавры не самые древние? Не верите? Могу показать. За мной. Это особо охраняемая территория. Памятник природы расположен на правом берегу Томи, Синий утес. Находясь здесь, необходимо соблюдать определенные правила поведения. Почему утес назвали синим? Название дали из-за цвета пород. Сланцы сизоватого черного цвета издалека кажутся синими, поэтому утес назвали синим. А где древние животные? Сейчас мы их поищем. Идемте за мной. Это следы обитателей Древнего моря, которое раньше располагалось на всей территории Томской области. А это дно моря, которое существовало 320 миллионов лет назад. Видите эти шаровидные минеральные образования? Они называются конкрецией. Центром образования конкреции стали раковины морских животных, моллюсков, брахиопод и других беспозвоночных. А кто такие брахлоходы? Не брахлоходы, а брахиоподы. Они отличаются от моллюсков тем, что у них раковины несимметричны. Брюшная створка больше спиной. Еще их называют плеченоги, так как они крепились к морскому дну с помощью толстой мускулистой ножки. Thank you.
нашу землю родную, где кедры, что помнят еще Ермака, глядятся с утесов в зеркальные струи. Оби величавой и славной века, мы свет просвещения и силу науки применим на благо лесов и болот. Пусть наши умы и сердца, наши руки послужат природе щитом от невзгод. Зеленый богат, животворное благо во имя потомка. Беречь мы должны, ведь наша забота является вкладом в сохранность природы великой страны. Народных имёсел прекрасные всходы, пусть крепнут и тянутся вверх с каждым днём. Тайны великие малых народов мы в сердце навеки с тобой сбережем. Зеленый богат, животворное благо во имя потомка. Беречь мы должны, ведь наша забота является вкладом в сохранность природы великой страны. Зеленый богат, животворное благо во имя потомка. Сберечь мы должны, ведь наша забота является вкладом в сохранность природы великой страны. Сохранность природы великой страны. Сохранность природы великой страны. Коллеги, я думаю, что есть все основания начать нашу всероссийскую экологическую конференцию. И сегодня премьера гимна экологов Томской области прозвучал, слова Татьяны Нараевой, музыка Степана Пономарева исполняли студенты губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций. Я считаю, что есть основания поаплодировать авторской группе. Уважаемые коллеги, для начала пленарного заседания я приглашаю в президиум Олега Георгиевича Правдина, председателя Комитета по труду и социальной политике Законодательной думы Томской области, Татьяну Валерьевну Августманову, заместителя исполнительного директора по образовательным проектам неправительственного фонда имени Владимира Ивановича Вернадского, Юлию Владимировну Луневу, директора областного комитета охраны окружающей среды и природопользования. Уважаемые коллеги, уважаемые участники Всероссийской конференции по экологическому образованию, мы рады вас приветствовать на территории Томской области. Организаторами конференции, как вы уже видели на слайде, выступает администрация Томской области и неправительственный экологический фонд имени Владимира Ивановича Вернадского.
В прошлом 2021 году было принято решение объединить совпадающие по времени и тематике проведения всероссийской конференции по экологическому образованию. И с 2022 года масштабная всероссийская конференция по экологическому образованию будет иметь две основные площадки. Один год будет проходить на территории Томской области, а следующий год будет принимать Москва. Поэтому таким образом будет ежегодно всероссийская конференция по экологическому образованию. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите мне представить ведущего конференции Калинюка Юрия Владимировича, начальника департамента профессионального образования Томской области, заместителя председателя Межведомственного координационного совета Томской области по вопросам экологического образования и формирования экологической культуры. Уважаемые коллеги, сегодня соведущей пленарного заседания будет выступать Юлия Владимировна Лунева, как я уже ее представлял, это директор областного государственного учреждения, областной комитет охраны окружающей среды и природопользования. И разрешите представить слово для приветствия участников Всероссийской конференции по экологическому образованию основателя программы непрерывного экологического образования Томской области, профессору, доктору технических наук Адаму Александру Мартыновичу. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мне очень приятно вас поздравить с открытием очередной конференции. На самом деле сегодня юбилей, а это ответственно. Потому что серьезно, вот непрерывным экологическим образованием мы с вами занялись 20 лет назад, в 2002 году. 20 лет получается. Так что вас с юбилеем, это прежде всего. Второе, что позволит наша конференция в целом, в глобальном, с моей точки зрения? Мы не всегда об этом задумываемся, да, кто такой эколог? В мире профессий море, миллионы профессий. А кто такой эколог среди этого миллиона? Я так подумал и думаю, не ошибусь. Эколог – это врач. Но врач медицинской службы, он лечит наш организм. Врач-эколог лечит окружающую среду. И задача у врача-эколога едина, чтобы люди были здоровы. И в этом есть подтверждение. Заключение Всемирной организации здравоохранения говорит о том, что на 25% здоровье человека зависит от качества окружающей среды, то есть от работы эколога. Поэтому эколог, это звучит и достойно, и гордо. И мне хотелось бы вас поблагодарить за тот ратный труд, который вы делаете, потому что я понимаю, что это все внеклассная работа, она практически так, если оплачивается символично, то есть вы реализуете свою душу, и вы идете правильным путем. Поэтому от всего населения Томской области, а поскольку у нас всероссийская конференция, от всех россиян, вам, как тем людям, которые начали это благородное дело, низкий поклон. Мы с вами на правильном пути. Спасибо вам огромное. И здоровья всем. Ну а теперь слово для поздравления, да? Нет, представляется. Для вручения наград. Для вручения наград. Лидерам, да, экологического образования. Спасибо вам. Попрошу выйти на сцену Кривого Максима Александровича, начальника департамента природных ресурсов Томской области. Благодарностью администрации Томской области за высокий профессионализм, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения награждаются Бородина Любовь Павловна, библиотекарь библиотеки филиала номер 4 села Новокусково, муниципального бюджетного учреждения Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Образовательного учреждения, дополнительного образования, центра дополнительного образования,
Уважаемые коллеги, разрешите предоставить слово для приветствия участников Всероссийской конференции по экологическому образованию и вручения наград лидерам экологического образования и просвещения Олегу Георгиевичу Правдину, председателя Комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области. Уважаемые участники конференции по непрерывному экологическому образованию, дорогие друзья, от имени Законодательной Думы Томской области приветствуем вас в нашем старинном и вечном молодом городе. Экологическое образование сегодня – это часть общегосударственной экологической политики нашей страны. Система непрерывного экологического образования, в которой мы говорим от детского сада до подготовки специалистов со средним и высшим образованием, создана и работает. Во многих регионах нашей страны приняты и действуют соответствующие законы, а там, где их нет, эти вопросы приняты соответствующими постановлениями администрации и правительства. В Томской области закон об экологическом образовании и формировании экологической культуры принят в 2020 году. Этот документ стал основной для комплексной реализации государственной политики в сфере экологии на территории нашей Томской области. У нас работает Межведомственный координационный совет Томской области по вопросам экологического образования и формирования экологической культуры. Создан электронный информационный ресурс для жителей регионов, портал «Экообразование и культура». Проводятся различные конкурсы, семинары и прочие мероприятия. Издается научно-методический журнал «Экологическое образование и просвещение в Томской области». Прямые линии в средствах массовой информации. Хочу отметить высокий отклик жителей Томской области на разного рода экологические мероприятия. От классического субботников муниципальных образований и высадки деревьев в скверах и парках до масштабных акций очистки берегов водных объектов и особо охраняемых природных территорий. В этих мероприятиях ежегодно принимают участие десятки тысяч наших земляков. Дорогие друзья, мы с вами живем в мире постоянно обновляющихся и развивающихся технологий. Никто не оспаривает их значимость. Но не зря говорят, что любая технология должна считаться виновной до тех пор, пока не будет доказана ее невиновность. Это касается, конечно же, и вопросов экологии, где особенно важно, а порой крайне сложно находить баланс между экологическими и социальными выгодами. И этот баланс могут обеспечить только люди, обладающие соответствующими компетенциями и навыками в области экологии, осознающие взаимосвязь всех процессов, их влияние на окружающую среду. И уже сегодня такие компетенции необходимы составляющей конкуренции наших специалистов на внутреннем и мировых рынках. Убежден, что пятая конференция по непрерывному экологическому образованию, собравшая участников из 63 регионов нашей страны, а также коллег из Казахстана и Белоруссии, станет очередным значимым шагом в области экологического образования и просвещения, поможет совершенствовать образовательную политику как в отдельно взятых регионах России, так и во всей России. В целом, послужит дальнейшему развитию межрегионального взаимодействия. Даст повод для дискуссий, споров и размышлений, порадует новыми инициативами и просто интересными общениями делегатов. Желаем вам успешной работы. Спасибо. Спасибо, Олег Георгиевич. Готовы вручить благодарственные письма? Итак, благодарственным письмом Законодательной Думы Томской области за особые заслуги в сфере экологического образования и просвещения, вклад и повышение экологического культуры населения Томской области награждается Гудигина Юлия Сергеевна, библиотекарь отдела массовой работы Томская областная детская юношеская библиотека. Благодарность вручается Кабрышевой Людмиле Владимировне, учителю химии Подкормовской средней общеобразовательной школы. Награду получает Эмильгин
дополнительного образования. Центр развития ребенка. Детский сад. Золотой ключик. Колпашинский район. Благодарность вручается Паниной Екатерине Геннадьевне, руководителю информационно-методического центра и преподавателю Азеровского техникума промышленной индустрии сервиса. Образованию проводится в рамках трех национальных проектов «Экология», «Образование» и «Культура». Для участия в ней зарегистрировались более 1000 человек из 63 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. На 9 дискуссионных площадках планируется заслушать более 165 докладов. В рамках секции участники представят лучшие практики, инновационные, образовательные и информационные тренды экологического образования. Обсудят прогрессивные методики преподавания экологических дисциплин. Лучшие проекты педагогов-экологов со всей России войдут в электронный сборник материалов конференции. Уважаемые коллеги, слово для приветствия предоставляется Татьяне Валерьевне Августмановой, заместителю исполнительного директора по образовательным проектам, которая также выступает в числе организаторов сегодняшней Всероссийской конференции. Пожалуйста, Татьяна Валерьевна. Уважаемые коллеги, добрый день. Слова благодарности за присутствие на этой конференции и привлечение к организации ее лично. Юрий Владимирович, вам. Юлия Владимировна, вам. Вот. И наши слова глубочайшая благодарность от лица фонда идеологу этой конференции Александру Мартыновичу. Вам. Спасибо большое. Я приветствую всех участников конференции от имени неправительственного экологического фонда имени Владимира Ивановича Вернадского. Этот год для конференции, конечно, особенный. Фонд имени Вернадского и администрация Томской области решили, как уже проговорил Юрий Владимирович, объединить свои усилия. Именно объединить усилия в продвижении идей непрерывного экологического образования. И сделали мы это потому, что видим, насколько стремительно меняются технологии, быстро внедряются новые методики и принимаются решения в сфере образования. Мы понимаем, что если будем проводить конференцию один раз в два года, как мы это делали, фонд имени Вернадского проводил свою конференцию по экологическому образованию раз в два года. Томичи проводили свою конференцию. Да, и мы подумали, ну а почему бы не объединить свои усилия, потому что время такое, объединяться. И решили это сделать именно сейчас. И если мы не объединились бы сейчас, то упустили бы, конечно, много шансов, возможностей и времени. И если 10 лет назад еще бы такая потеря была не очень заметна, то в настоящее время она просто недопустима. Более 27 лет назад, в 1995 году, фонд начал активную работу по охране окружающей среды, направленную на достижение цели устойчивого развития российского общества на основе научного наследия Владимира Ивановича Вернадского. Последние годы фонд активно работает над идеей развития экологической культуры населения нашей Родины и разрабатывает свою систему непрерывного экологического образования через НКО. Ведет особенные форматы и по содержанию образовательные просветительские проекты для детей, подростков, учащейся и работающей молодежи. Самая ближайшая перспектива работы фонда и Томской области – это заключение соглашения с губернатором Томской области о сотрудничестве. Пройдет оно в ближайшее время в представительстве Томской области в городе Москве.
Конечно, это информационное событие, это содержательное событие. И к нему, готовясь к заключению соглашения, мы понимаем, что должна быть проделана большая работа. Уже сегодня мы говорим о том, что Томская область за последние 2 года в сотрудничестве вместе с нами провела более 200 просветительских вебинаров, семинаров, мастер-классов, а также профессиональных встреч с представителями дочерних обществ ПАО «Газпром». Педагоги, студенты Томской области участвуют во всех практически наших мероприятиях. В тех сборниках, которые у нас выходят по итогам Всероссийской конференции по экологическому образованию 2021 года. У нас выходит журнал «Ноосфера», в которых тоже участвуют все представители Томской области. Мы запустили новые всероссийские эколого-просветительские проекты. Лучший эко-волонтерский отряд, который вырос из одноименного конкурса и который мы проводим уже в течение 5 лет. Совсем новый конкурс в этом году вышел. «Диалог с окружающим миром». Проект для всей семьи, где можно придумать свою игру, составить календарь, создать постер или написать путеводитель по своему родному краю. Конкурс «Эко-герб» – просветительский проект, автором идеи которого является российский 8-классник из Ростова-на-Дону, привлек такое огромное количество желающих участников, что мы даже вовремя, честно говоря, не подвели итоги. И вот буквально вчера на сайте фонда выставлены имена победителей конкурса «Экогерб». Более 25 лет фонд активно поддерживает молодых ученых в рамках масштабной образовательной годовой стипендиальной программы. В этом году набор на стипендиальную программу уже завершен. Центральная конкурсная комиссия утвердила 58 человек, которые в 2022-2023 учебном году будут работать над 12 научно-образовательными и просветительскими экологическими проектами. С 2021 года мы оказываем поддержку молодым ученым, которые ведут исследования в самых важных направлениях развития отечественной науки. Это водородные исследования в области водородных технологий и развитие карбоновых полигонов. Так, участники водородной группы создали всероссийский просветительский проект «Водородная энергетика». Он только начинается, у него большое будущее, поэтому всех приглашаем в этот проект. Именно для того, чтобы ближе познакомить с одноименной темой школьников, дошкольников, студентов. Также эти участники активно ведут собственный просветительский телеграм-канал «Наука и энергетика сегодня и завтра». Надо сказать, что мы проводим специальный отбор студентов и аспирантов для работы в данном проекте, стратегически важном для России. Сегодня присутствует здесь и участвует в проведении нашей конференции председатель Ассоциации стипендиатов фонда Вернадского, которая является всероссийской. Это Малькова Яна, вот она здесь у нас на 3-м ряду сидит. И в конце нашего пленарного заседания она тоже представит свое небольшое выступление. Работа стипендиатов в составе проекта по карбоновому полигону Чеченской Республики вышла на уровень организации проведения Всероссийской летней научной школы молодых ученых на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета. По результатам ее работы утверждены 5 научных групп, которые продолжат свои научные исследования в течение учебного года. Самые активные стипендиаты становятся членами Ассоциации стипендиатов. И для поддержки и развития ассоциации в 2021 году совместно с Фондом памяти дипломата Андрея Карлова мы создали еще эколого-дипломатический клуб. Единственный и первый клуб такого уровня в России. Эколого-просветительские проекты для школьников сегодня – это выход в новое образовательное пространство с нашими интересными партнерами. Эколого-просветительский проект «Юный исследователь окружающего мира» для учеников начальной школы и мини-проект «Сегодня в музей, завтра в науку» в партнерстве со школой Ломоносова 15-30 города Москвы. Мы понимаем, что у нас самые активные участники экологического образования – это педагоги дошкольного и школьного образования.
Но есть те нюансы, которые очень интересно рассмотреть именно на базе школ, разных школ России, которые ведут свои уникальные проекты. Вот проект «Сегодня в музей, завтра в науку» ведет вообще музей имени Докучаева в Санкт-Петербурге. И начал он его 5 лет назад с маленькой конференции. Сегодня мы уже с музеем Докучаева вышли на международный формат этого проекта. И приглашаем в него в весенние каникулы в Санкт-Петербург всех тех, кто пожелает участвовать в этом интересном мероприятии. Сегодня в музей, завтра в науку. Проект «Школа EcoSkills» – проект для российских подростков, который ведется при поддержке ОПТ России. Есть несколько этапов этого проекта – теоретический, практический, внедренческий. Но самый интересный – практический, когда ребята, прошедшие теоретический этап, приезжают работать именно в ОПТ. С наставниками, с особой программой, с интересными мероприятиями. Ребята со всей России. Конечно, это запоминается, и, конечно, это работает в настоящем на развитие сознания экологического, как мы говорим, и развитие их экологической культуры. Проект «Всероссийские юношеские чтения» имени Вернадского для старшеклассников реализуется уже много лет, более 20 лет. И фонд участвует одним из организаторов этого проекта вместе с университетской гимназией МГУ. В этом году вы, как участники Всероссийской конференции по экологическому образованию, обсудите очень много важных трендовых тем на сегодняшний день и концепцию по экологическому образованию в системе общего образования, которая с июня этого года представлена педагогом России. Автором этой концепции, одним из авторов этой концепции является уважаемая Елена Николаевна Титковская, которая здесь присутствует. Уважаемые коллеги, отдельные аплодисменты Елене Николаевне за то, что она вкладывает свои силы в продвижение экологического образования в России. И каждую субботу в 7 утра или в 8 по Москве она выходит на связь со всей Россией, чтобы донести тем, кому это важно и интересно, глубокие идеи и этой концепции, и также отдельных тем по устойчивому развитию нашей страны. Конечно, будут показаны новые формы экологической просветительской работы. Будет представлена обновленная тематика эковолонтерской деятельности. А в следующий раз эти и другие интересные вопросы мы будем обсуждать с вами уже в Москве на ВКЭО-2023. Я точно знаю, что выступления наших стипендиатов и участников проектов фонда на пленарном и секционных заседаниях, круглом столе, который пройдет завтра, вызовут у вас неподдельный интерес и желание продолжить интересные темы у себя в детском саду, школе, колледже или вузе. Я благодарна администрации Томской области, Департаменту профессионального образования Томской области в лице Юрия Владимировича Калинюка, учреждению облаком природы в лице Лунёвой Юлии Владимировны за решение объединить наши усилия в деле экологического образования и просвещения. Присоединяюсь ко всем словам приветствия, передаю большой привет от генерального директора фонда Ольги Владимировны Пляминой и желаем всем участникам новых идей и научных открытий в сфере экологического образования и просвещения, интересных собеседников ученых и талантливых наставников. И, конечно, освоение новых экологических технологий на благо развития нашей любимой Родины. Спасибо. Спасибо, Татьяна Валерьевна. Слово для представления первого доклада. Региональная политика в сфере экологического образования и формирования экологической культуры населения Томской области предоставляется Калинюку Юрию Владимировичу. Уважаемые коллеги, на территории Томской области, как уже сегодня Олег Георгиевич говорил и говорили мои коллеги, я думаю, что в зале многие об этом знают, что 29 декабря 2020 года был принят важный закон, закон об экологическом образовании и формировании экологической культуры Томской области, закон, над которым работали больше одного года
работали и депутаты Законодательной Думы, и руководители органов исполнительной власти, и работал Совет муниципальных образований Томской области. Включены в эту работу были и главы муниципальных образований, и вузовская часть была представлена. Поэтому, коллеги, очень трудоемкий такой процесс, и мы сегодня благодарны вообще судьбе. Я в первую очередь, что такой закон мы приняли на территории Томской области, что он у нас работает, работает не просто для галочки, я сегодня об этом скажу, потому что после появления закона у нас подписана и утверждена концепция экологического образования, формирования экологической культуры, была на 10 лет, на 5 лет была принята программа экологического образования, формирования экологической культуры, и распоряжением администрации Томской области был принят распорядительный документ о создании межведомственного координационного совета, где как раз губернатор региона наделил заместителя губернатора быть руководителем этого совета. Этот совет у нас два раза в год собирается, мы обсуждаем все движения в части реализации концепции, программы и реализации федерального закона. И самое важное, коллеги, что у нас в декабре каждого года появляется межведомственный план. То есть у нас понятно, что, как и в другом субъекте Российской Федерации, очень много органов исполнительной власти, и общее образование, и профессиональное, и высшее, и наука, и по молодежной политике, физической культуре и спорту, и по вопросам детей и семьи, и по культуре. Поэтому мы все это собираем в один межведомственный план, утверждаем его по направлениям для педагогического сообщества, для студентов, школьников, дошкольников, и все это в течение года реализуем. И в конце каждого года мы на Координационном совете подводим итоги уходящего года и принимаем новый межведомственный план. Вот как раз межведомственный координационный совет Томской области, как он сегодня работает, здесь все органы исполнительной власти перечислены, я не буду больше на этом останавливаться, лишь скажу, что в каждом органе исполнительной власти есть подведомственная организация, которая ведет все экологическое направление, экологическое образование, просвещение, формирование экологической культуры. Есть муниципальные центры, есть в каждом дошкольном учреждении, кто реализует программу, школы, учреждения дополнительного образования детей, в культуре, в системе профессионального образования. У нас до 2018 года был журнал «Экологическое образование и просвещение населения в Томской области». Сейчас в соответствии с пунктом 5, статьей 5, вернее, пункта 3, подпункта 3 закона о научно-методическом журнале «Экологическое образование и просвещение в Томской области», он у нас издается один раз в год, в конце года, где мы как раз, видите, основные направления определили: и трибуны, и профориентационная площадка, и научное наследие, и делимся опытом, и книжная полка, календарь событий. В общем, насыщенный документ, он в электронном формате. У нас возглавляет редакционную коллегию Ольга Дмитриевна Лукашевич, доктор технических наук, профессор. Я прошу ей поаплодировать, потому что это большая нагрузка, которая ложится на нее при создании каждого номера журнала, потому что это очень серьезный, большой труд и вклад этого документа. Мы сегодня уже говорили, что в соответствии, опять же, с реализацией 172-го областного закона, статья 5, пункт 3, подпункт 1, единый информационный ресурс, портал экообразования и культура, это еще один механизм в цифровом формате, он сегодня работает, у нас все коллеги вносят туда предложения, у нас облком природы является оператором этого электронного ресурса, я тоже благодарен коллегам, потому что мы тоже очень много времени на это потратили, этот ресурс рабочий, мы видим теперь, где какие акции, какие события, мероприятия проходят на территории региона, и простой человек, волонтер, обыватель может посмотреть об этих событиях и обязательно зарегистрироваться и принять участие. Тоже, коллеги, обращаю на это внимание. Доклад об экологической ситуации в Томской области каждый год тоже готовит Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Тоже этот документ теперь регламентирован в соответствии со статьей
5 пункта 3 подпункта 2 172 областного закона. Ключевые мероприятия международного и всероссийского уровня, которые проходят на территории нашего региона, ну, во-первых, я думаю, для всех известный международный конкурс «Эко-селфи», «Селфи с пользой», потому что он международного уровня, и сегодня очень много молодежи принимает активно в этом участие. Всероссийская конференция, да, в которой мы сегодня все с вами принимаем участие, и на территории Асимовского района проходит Всероссийский фестиваль экологического образования и воспитания детей и молодежи «Я живу на красивой планете». Реализация закона Томской области, ну, 172-го закона Томской области сегодня позволяет реализовывать комплексные мероприятия для всех уровней образования. Во-первых, это для педагогического сообщества конкурс «Лучший педагог-эколог», который у нас раз в два года проходит на территории региона, и для дошкольных организаций, и для школ, и для СПО, и для дополнительного образования, даже есть экологический лидер. Есть большой конкурс, который последние три года набрал очень популярность. Это областной конкурс «Зеленый офис». Я думаю, что здесь тоже коллегам спасибо из облкомприроды, которые реализуют этот проект. Он очень важен не только для образовательных организаций, для организаций культуры, но и важен в первую очередь сегодня для бизнес-сообщества, потому что у нас сегодня они активно очень принимают в этом участие. Очень важный конкурс, который я благодарен коллегам из Кемеровской области, знаю, что они сегодня здесь присутствуют. Мы по обмену опытом 5 лет назад взяли одну из идей у наших соседей, тоже ее внедряем, и активно, популярно сегодня этот конкурс реализуется на территории нашего региона. И я, коллеги, вот вижу, что здесь очень много молодых людей, приглашаю вас поучаствовать в этом конкурсе. Я сам лично участвовал со своей семьей, поэтому считаю, что это очень важно, это полезно, и приглашаю вас к этому. Очень важно сегодня реализуется проект «Экологический диктант», где по категориям возрастов можно пройти на знания экологического образования, проверить свои компетенции. Поэтому, коллеги, если кто-то еще вдруг в октябре не принимает два года подряд участие в этом экологическом диктанте, я тоже сегодня прошу вас взять себе на вооружение и обязательно включаться в этот процесс. Это дистанционно, дома, с смартфона можно тоже пройти экологический диктант. Очень важное направление, поскольку уже, наверное, около 10 лет оно реализуется на территории Томской области. Здесь спасибо коллегам из Департамента природных ресурсов и облкомприроды, которые реализуют японскую технологию, проводить, да, не просто акцию по сбору мусора, а именно как спортивный интерес. И здесь очень важна история и для студенческого сообщества, и для школьников, потому что каждый год, особенно в этом году, мне понравилась идея коллег. Они в этом году не стали там отбор делать, вот этих берем, этих не берем. Они четко создали цифровой ресурс. И кто успел, первые 10 команд зарегистрироваться, те и принимали участие. Я думаю, что это очень хороший опыт для того, чтобы не обижать ребят. Центры экологического образования представлены на карте Томской области. Значит, региональных центров у нас 4, 17 муниципальных, об этом я сегодня говорил, и центры экологического образования, которые 91, они внутри уже реализации программ в системе образования и культуры. Результаты реализации программ, коллеги, но то, что касается центров экологического образования, здесь комментировать не буду. Вы видите, что мы по итогам 2021 года, понятно, показатель выполнили. У нас еще есть 2 месяца, мы перевыполним показатели в 2022 году. Экологические образовательные программы тоже видны на слайде. Жители, которые вовлекаются в природоохранную деятельность, мы тоже видим 290 тысяч, то есть как мы это все считаем, как раз нам помогает сегодня тот цифровой ресурс, который создан в прошлом году был, и он активно все это мониторит. Мероприятия, которые проходят, я тоже здесь думаю, особых комментариев не надо, поскольку у нас есть межведомственные планы, в каждом мероприятии есть
То есть каждое мероприятие, оно зафиксировано в том числе и как в плане, так и на цифровой платформе. Ну и экологический туризм, это сегодня тоже бренд, который развивается на территории не только нашего региона, здесь очень важно. Здесь я хотел бы еще сказать о том, что у нас помимо центров экологического образования очень хорошо развиты школьные и студенческие листичества. Здесь благодарен коллегам из департамента лесного хозяйства, из департамента общего образования, которые реализуют эту программу. И у нас проходят слеты, и в этом году департамент лесного хозяйства обещал, что обязательно проведут слет студенческих и школьных лесничеств. Все, коллеги, спасибо. Большое спасибо, Юрий Владимирович. Слово для представления доклада «Концепция экологического образования в системе общего образования» предоставляется нашему давнему другу, который не первый год принимает участие в нашей конференции, Дедковской Елене Николаевне. Доктору биологических наук, профессору, ведущему научному сотруднику Федерального государственного бюджетного научного учреждения Институт стратегии развития образования Российской академии наук. Дорогие коллеги, я очень рада вас всех приветствовать от имени научного совета по проблемам экологического образования Российской академии образования. Приветствовать всех, кто в Томской области занимается таким важным делом, в области экологического образования, формирования экологической культуры населения, и вы в авангарде находитесь. Можно презентацию, пожалуйста? В этом году произошло очень важное событие. На государственном уровне была принята концепция экологического образования в системе общего образования. Впервые, потому что предыдущие концепции носили ведомственный характер. Здесь на первом слайде есть ссылка на сайт ФУМО, на котором размещена эта концепция, и она была принята 29 апреля этого года. Характеристики концепции, кратенько. За последние годы было предложено несколько вариантов концепции, но одобрена была концепция, которая была подготовлена Институтом стратегии развития образования Российской академии образования. Она была выдвинута не только на чисто теоретическом уровне. В ее основе громадный опыт, опытные экспериментальные работы на модельных территориях нашей страны, начиная с начала 2000-х годов. Сначала это была Москва, Иркутская область, Ханты-Мансийский округ, а затем с 2016 года здесь, благодаря инициативе Департамента образования города Томска, на базе информационно-методического центра Томска, при участии кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем МГУ, имени Ломоносова, Института стратегии развития образования, при патронаже научного совета по проблемам экологического образования здесь было создано сетевое педагогическое партнерство, которое занималось разработкой теоретических и практических основ обновления содержания экологического образования в системе общего образования. Надо сказать, что принятая концепция единственная, первая и единственная концепция непредметная. Вообще, в соответствии с законодательством, у нас принимаются только предметные концепции, концепции воспитания. Это не предметная концепция. Это связано с особым статусом экологического образования, о котором говорится сегодня и в Конституции Российской Федерации, и в стратегии национальной безопасности страны. Это четвертая концепция по счету. Каждая из предыдущих останавливалась на вопросах, а какое место экологическое образование занимает в системе общего образования? Каков предмет изучения? Каковы цели? Как они реализуются? Каковы критерии и показатели? Так вот, хочу сказать, что новая концепция полностью стоит на продолжении традиции отечественного экологического образования, которое не утрачивает своей ценности и сегодня, но рассматривает их, конечно, уже в условиях новой реальности.
В концепции говорится, что сегодня современное экологическое образование не может мыслиться вне идеи устойчивого развития, как генеральной гуманитарной стратегии человечества в 21 веке. Сегодня экологическое образование в системе общего образования выполняет особо интегрирующую мировоззренческую и культуротворческую функцию, поскольку в культуре появляются новые культурные универсалии. Мы живем в такое интересное время. Целью экологического образования в системе общего образования концепция выделяет формирование экологической культуры как интегрального результата всего общего образования. Если это интегральный результат всего общего образования, то оказывается недостаточной дидактика предметного обучения. Она требует пересмотрения, пересмотра и развития, потому что предметная дидактика привела к тому, что, к большому сожалению, содержание экологического образования в общем образовании оказывается фрагментарным, с большими мировоззренческими дефицитами. Показатели и критерии эмпиричными. В связи с этим остро востребовалась теоретическая разработка культурологической теории образования, дидактики сквозного или транспредметного обучения, теории не предметной экологизации, она остается, безусловно, а общепредметная экологизация. То есть в концепции записано, что общее экологическое образование – это интегрированная, естественно, научно-гуманитарная область фундаментальных и прикладных экологических знаний, которая потребовала нового подхода дидактического, прежде всего, не методического, а дидактического. Поэтому при разработке концепции были проведены многолетние и очень серьезные междисциплинарные исследования, которые не ограничились только педагогикой и только психологией. Это были исследования в области культурологии, семиотики, герменевтики. Была разработана дидактика транспредметности и базовая модель экологической культуры личности. Если мы ставим такую задачу формирования экологической культуры, мы должны ее понимать не только с педагогической точки зрения, но и с культурологической, какова ее структура, каковы инварианты базовой модели экологической культуры личности, которые должны быть отражены в критериях и показателях. И поэтому в современной концепции, которая была одобрена, там предусматривается решение следующих вопросов. Во-первых, обновление понятийно-терминологического аппарата, разработка мета-языка, который понятен для всех учебных предметов, разработка инвариантов базовой модели экологической культуры на их основе культурологических критериев, педагогических показателей, впервые такой вопрос стоит, разработка системы педагогических показателей, модели мониторинга и, конечно, теории общепредметной экологизации и варианты ее. Эти подходы были, безусловно, рассмотрены с точки зрения уровней формирования экологической культуры по уровням образования, начиная с дошкольного возраста, формирование основ эколого-культурной грамотности, то есть появляются и новые показатели экологической культуры, если мы ее рассматриваем с точки зрения культурологии. И заканчивая обновление, конечно, подготовки и профессиональное повышение квалификации педагогов и, безусловно, вопросов экологического просвещения. Хочу сказать, что все эти позиции, безусловно, инновационны, они требуют адекватных управленческих решений. Поэтому, безусловно, необходимы действия по системному включению планируемых результатов, механизмов, показателей
Во все федеральные документы и требования общего образования наш институт отвечает как раз за разработку единых федеральных образовательных программ. Но уже в этом году Министерство просвещения просит предоставить нам методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций по реализации концепции и методические материалы для руководителей органов управления образованием по реализации концепции. Вот в заключение хочу сказать, что концепция – это не просто теория. Сегодня, благодаря Томской области, благодаря Томску, в нашей стране, в разных регионах уже существует и действует большое количество образовательных организаций, и дошкольных, и школ, которые уже реализуют на очень хорошем профессиональном уровне основные идеи этой концепции. Я хочу пожелать вам всем успешной конференции. Хочу пожелать вам всем здоровья, добра и успехов в нашем деле, которое направлено на наших детей, для процветания нашей Родины. Спасибо вам большое. Большое спасибо, Елена Николаевна. Уважаемые коллеги, между Томской областью и Республикой Беларусь еще в 2015 году было подписано соглашение о сотрудничестве. И я думаю, что многим интересен опыт работы содружественной страны в сфере экологического образования. И мы благодарны, что наши белорусские коллеги откликнулись на приглашение поучаствовать, хоть и в дистанционном формате, конференции. Я хочу предоставить слово русских Ивану Анатольевичу, заведующему лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения, с темой доклада «Современные подходы к организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся». Пожалуйста, включите. Здравствуйте, уважаемые участники Всероссийской конференции по экологическому образованию. Меня зовут Иван Анатольевич Русских, я заведующий лабораторией в Республиканском центре экологии и краеведения Республики Беларусь. Я сердечно благодарю вас за возможность выступить перед вами и рассказать вам об особенностях организации исследовательской деятельности в области экологии в стенах нашего республиканского центра. Республиканский центр экологии и краеведения является старейшим учреждением дополнительного образования Республики Беларусь. Нам уже больше 90 лет, и, к счастью, мне повезло быть непосредственным участником организации научно-исследовательской деятельности учащихся в Республиканском центре. Она имеет большую историю. Первый из научно-исследовательских кружков появился на базе станции юных натуралистов, так раньше назывался наш центр, еще в 1980 году. И когда мне было 12 лет, я пришел сюда, в Республиканский центр экологии, и затем уже, когда закончил университет, перенял эстафету педагогической и преподавательской деятельности у своего руководителя. Как же организован сам процесс экологического образования, научно-исследовательского образования у нас в центре? Прежде всего, надо сказать, что мы очень много времени уделяем обучению исследовательскому процессу самих педагогов. Кроме того, конечно, мы учим детей, которые приходят в наше отделение по интересам научно-исследовательского профиля, с проведением исследовательской работы, и затем, после чего мы приступаем к выполнению индивидуальных научно-исследовательских работ с учащимися. Это очень важный момент, на котором стоит акцентировать внимание, поскольку научная работа, она достаточно скрупулезна и требует отдачи от, в том числе, детей много времени. Конечно, выполнение индивидуальной работы, где ребенок имеет возможность изобрести что-то сам, самостоятельно, стать и таким индивидуальным источником нового знания, то, собственно, чем занимается наука, является и психологически очень важным для учащихся, склонных к этой самой исследовательской деятельности. Как я уже сказал, очень важно этап очень важен обучению исследовательскому процессу.
У нас образование организовано как в очном, так и в заочном дистанционном формате. Программы научных обществ учащихся наших объединений по интересам научно-исследовательского профиля, они доступны на сайте РЦБАЙ. И, конечно, мы много работаем с педагогами, которые в регионах также ведут научно-исследовательскую деятельность учащимися для того, чтобы выявлять талантливых детей, для того, чтобы их привлекать, в том числе, в стены нашего центра, чтобы регионы также не оставались без вовлеченности в исследовательскую деятельность и без непосредственного внимания республиканского центра. На базе республиканского центра экологии и краеведения организовано методическое объединение учителей, занимающихся исследовательской деятельностью, и вот эта работа с педагогами, она ведется, конечно, на очень таком сильном системном уровне. Все начинается оттуда, от обучения педагогов этой работе. Обучение учащихся, если основам исследовательской деятельности, ведется, разумеется, в рамках программ дополнительного образования. Они у нас ведутся по направлениям генетика и селекция, ботанико-прикладная микология, основы биотехнологии, основы биологии. Это уже для ребят более старшего возраста, 8-11 класс. Ребята более младшего возраста могут посещать также кружки наше учреждение по образованию, эко-лаборатория и ряд других, там, где они только начинают прикасаться к основам исследовательской деятельности, осваивать элементарные методики познания окружающего мира. Вот эти направления, они достаточно обширны для того, чтобы сказать, что наш центр позволяет буквально каждому ребенку найти себе занятия по душе. Ну, разумеется, в рамках эколого-биологического профиля. Мы участвуем в разнообразных международных образовательных мероприятиях для того, чтобы и продемонстрировать возможности и достижения нашего центра, и, конечно, поучиться тем достижениям, которые имеются у наших коллег за рубежом. Разумеется, что и педагоги нашего центра также участвуют в повышении своей квалификации. Это абсолютно нормальная системная работа, когда происходит обмен знаниями, ну, собственно, тоже на что и направлена наша сегодняшняя конференция. В целом, выполнение индивидуальных научно-исследовательских работ учащихся дает огромнейшие возможности для и учащихся, и педагога, и учителя. Не только в рамках, конечно, учреждений дополнительного образования, но в первую очередь все-таки в рамках учреждений общего среднего образования. Вот освоение компетенций, которые призваны реализовывать учреждения общего среднего образования, они, конечно, гораздо более эффективно осваиваются учащимися, которые вовлечены в исследовательскую деятельность. Возможность на практике освоить те или иные знания, закрепить их, поэкспериментировать, как говорится, увидеть собственными глазами явления, о которых учащиеся читают в учебниках, дает колоссальный толчок к познавательной, развитию познавательной деятельности учащихся, что, конечно, лишь позитивно и положительно отражается на освоении тех знаний, которые дети получают в школе. В Республиканском центре экологии и краеведения мы организуем работу исследовательскую с учащимися различными способами. Но, конечно, основным таким инструментом является лаборатория. У нас 6 исследовательских лабораторий работает в рамках нашего лабораторного комплекса на базе Республиканского центра. Буквально на прошлой неделе мы открыли еще одну лабораторию прогрессивного растениеводства при поддержке специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. И, конечно, благодаря вот такой поддержке мы имеем возможность развивать свою материально-техническую базу для максимального обеспечения методиками, научными методиками для выполнения всевозможных
экспериментальных работ. Ну, объединение по интересам, которым я руковожу, называется «Генетика и селекция». И, конечно, мы, ну, тяжело работать, хотя возможно, но тяжело вести занятия на современном уровне без соответствующего материально-технического обеспечения. Мы абсолютно являемся открытым учреждением для педагогов, поскольку у нас работает консультационная площадка по исследовательской деятельности учащихся, ну, кроме методического объединения. И также мы открыты для учащихся всей республики. У нас огромный опыт по работе с регионами, когда из регионов ребята приезжают к нам с определенной периодичностью для выполнения практических этапов своих исследовательских работ. Ну и, конечно, у нас есть кусок земли достаточно большой, на котором организован приусадебный участок, такое небольшое подсобное хозяйство, где ребята также занимаются исследованиями, в том числе в области генетики и селекции, ну и общеэкологическими работами также. Это изучение орнитологии, и изучают там беспозвоночных всевозможных, и у нас водоем собственно есть, значит, какие-то гидробиологические элементарные исследования можно проводить. У нас есть своя метеостанция достаточно профессиональная для того, чтобы изучать изменения климата и все, что с этим связано, и так далее, и так далее. Наиболее актуальными направлениями исследований, которыми мы занимаемся здесь, в стенах Республиканского центра, являются изучение альтернативных источников энергии. Этому посвящена отдельная лаборатория. Энергосбережение, эффективному энергопользованию, предотвращение нарушений экосистем, восстановление нарушенных экосистем, производство биопродуктов и использование биопродуктов. Но это альтернативный пластик, альтернативные пестициды биологические и так далее, и так далее. Биоиндикация окружающей среды, оценка состояния в долгосрочной, краткосрочной перспективе, адаптация окружающей среды к деятельности человека. И, конечно, очень такая важная на сегодняшний день тематика — органическое земледелие. Органическое земледелие развивается в Республике Беларусь, но относительно недавно у нас принято законодательство в области производства органической продукции, поэтому мы тоже не можем остаться в стороне от этой темы. Ну, если говорить о конкретных каких-то исследовательских тематиках, исследовательских работ, которые реализуются по экологическому направлению на территории нашего центра, в рамках нашей работы, ну, они перечислены на слайде. Здесь имеется как селекция микроорганизмов. Вообще микроорганизмы очень удобный объект для ведения работы исследовательской с учащимися, просто хотя бы в силу того, что они очень быстро растут по сравнению с растениями, и, соответственно, можно достаточно быстро выполнять интересные и объемные работы. Но также мы выполняем и классические работы по селекции растений, там, в том числе кукуруза с разноцветными зернами, там, и так далее, и так далее. Надо сказать, что несмотря на то, что Республиканский центр обладает сложным оборудованием и предоставляет возможность для любого ученика, учащегося, его педагога, получить доступ к этому оборудованию для реализации практических этапов своей работы, все же большая часть работ выполняется без применения такого сложного оборудования. И поэтому вот наши методические наработки, тот опыт, который у нас есть, такой, ну, конкретный очень, да, по различным направлениям, он, конечно, доступен для широкого круга и педагогов, и учащихся. Многие, очень многие методики по биоиндикации окружающей среды, в том числе в рамках проекта «Зеленая школа», который давно реализуется на базе нашего центра, мы являемся ресурсным центром, республиканским ресурсным центром по зеленым школам, они все доступны у нас на сайте, любой педагог может к нам зайти, выкачать оттуда эти методики и дальше использовать их в экологических исследовательских работах учащихся. Ну, немножко похвастаюсь в конце. Нами за годы работы Республиканский центр очень ежегодно, мы участвуем и не в одном международном образовательном мероприятии, ну, в олимпиадах, конкурсах, ярмарках инновационных проектов. И вот с 1994 года нами завоевано 80 медалей различного достоинства. Ну, больше всего из них золотых. Ну, немного о объединении «Генетика и селекция», которым я достаточно давно руковожу. Оно было основано доктором биологии
экологических наук Олегом Георгиевичем Давыденко еще в 80-м году. Ну и, конечно, достижения нашего объединения по интересам, в том числе на международной арене, достаточно велики. Но это тоже важно. Это своеобразная рефлексия, демонстрация возможностей системы образования Республики Беларусь, дополнительного, в том числе образования научно-исследовательского образования. Поэтому это тоже такие достаточно важные вещи. Что ж, уважаемые коллеги, спасибо вам огромное за внимание. Конечно, такой достаточно короткий рассказ о нашей активности, но очень важно, чтобы вы знали, что вот у нас есть такой республиканский центр, что мы ведем здесь такую достаточно масштабную, объемную работу с учащимися, что мы владеем всевозможными методиками по организации этой исследовательской деятельности. И мы абсолютно открыты. Открыты для коллег, в том числе из Российской Федерации, для взаимодействия с нами, для сотрудничества. Сейчас дистанционный, видите, формат вполне приемлем для получения консультаций, всевозможной помощи, каких-то коллабораций и для того, чтобы двигаться вместе к развитому обществу, к образованному обществу и к лучшему будущему. На этом я прощаюсь с вами. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо. В последние годы большую популярность приобретает экологическое добровольничество. Выступая эффективным инструментом экологического просвещения и вовлечения жителей в активную природоохранную деятельность. Наш следующий спикер из Санкт-Петербурга. Савченко Марина Васильевна, начальник управления экологического просвещения и внешних связей Комитета по природопользованию, расскажет о региональном опыте работы в этом направлении. Тема ее доклада – развитие экологического добровольчества, волонтерства в Санкт-Петербурге. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня тема моего доклада о развитии экологического добровольчества. Хотелось бы поделиться опытом Санкт-Петербурга в этом направлении. Сегодня помогать природе уже не тренд, а общественный запрос. Все больше людей не только внедряют экологические привычки в свою жизнь, но и становятся добровольцами и присоединяются к экологическим акциям и мероприятиям. Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ведется постоянная работа, направленная на увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью. И оказывается поддержка различным эколого-просветительским мероприятиям. Самые крупные мероприятия, проводимые комитетом, расскажу сейчас вам более подробно. Международный форум «Экология большого города» – одно из крупнейших в стране событий в области охраны окружающей среды. В рамках мероприятий форума для содействия раздельному сбору отходов проводится обучение экологических добровольцев. В 2021 году было обучено 59 волонтеров. При проведении мероприятия форума добровольцы, прошедшие обучение, помогают при выполнении работ, монтажу и демонтажу выставочных экспозиций, стендов по сбору и сортировке полезных фракций. По итогам комплекса работ при демонтаже раздельно собрано и направлено на вторичное использование 99% образованных отходов. Ежегодный праздник День эколога традиционно пользуется популярностью у жителей города. В этом году в рамках праздничной программы были организованы игры, мастер-классы, показаны экологические спектакли, организованы лекции со спикерами от экологических организаций, ток-шоу с представителями крупных бизнес-компаний, а также состоялась церемония награждения волонтеров. Всего в праздник посетили более 500 человек. Достаточно большое количество. Международная молодежная экологическая акция «Чистый берег» – одна из самых масштабных в Санкт-Петербурге общественных эколого-просветительских акций по уборке береговой части Финского залива. Проводится ежегодно с 2014 года в рамках сотрудничества Санкт-Петербурга с городами Балтийского региона с участием студентов, активистов, молодежных организаций, представителей общественных организаций, городских администраций, волонтеров и жителей. В рамках акции проводится награждение победителя кубком губернатора Санкт-Петербурга «Чистый берег». В 2022 году в акции «Чистый берег» приняли участие свыше 900 человек из 45 команд.
было собрано более 2,5 тонн отходов. На переработку отправилась 1 тонна вторсырья и 75 шин. Команды прошли 37 станций эколого-просветительского квеста по теме «Зеленые профессии», которые были подготовлены экологическими организациями, движениями и учебными заведениями Санкт-Петербурга. И в этом году это самое масштабное мероприятие за всю историю акции. Также Санкт-Петербург принимает активное участие в всероссийской акции «Генуборки». Самыми посещаемыми мероприятиями в рамках акции стали молодежная экологическая акция по очистке прибрежной территории от мусора. С участием добровольцев по принципу раздельного сбора отходов убраны пляжи Санкт-Петербурга. Мероприятие сопровождается эколого-просветительскими лекциями, мастер-классами от некоммерческих организаций. Также участие в акциях принимает грибной клуб Санкт-Петербурга, члены которого убирают наплавной мусор на водном объекте. Мероприятие по очистке от автомобильных покрышек территории берега реки Красненькая в Санкт-Петербурге. И уборку активно поддержали добровольцы. Участники акции собрали почти 40 тонн покрышек. Санкт-Петербург активно участвует в реализации федерального проекта сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». И в течение года на территории города проводились как регулярные природоохранные работы на водных объектах, так и многочисленные экологические волонтерские акции по очистке берегов водных объектов от мусора. В этом году в сентябре на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга на побережье Финского залива состоялась масштабная экологическое мероприятие, организованное совместно с правительствами обоих регионов и Всероссийским обществом охраны природы в рамках общероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». В результате мероприятия волонтеры очистили 4 километра береговой линии и прибрежной лесополосы и собрали 320 мешков мусора. Больше всего было собрано пластика. За текущий период 2022 года Санкт-Петербургом проведено 66 мероприятий по всему городу с участием 3100 добровольцев. Протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории водных объектов, рек, озер, прудов, побережья Финского залива составила 70 километров. Количество собранного мусора таково, что его вмещает примерно 610 мусорных контейнеров. В 2015 году на базе подведомственного комитету предприятия «Минерал» был создан экологический волонтерский центр, который в настоящее время является объединяющей площадкой для более 30 организаций и добровольческих объединений города в сфере охраны окружающей среды. На базе ИВЦ проводятся встречи, тренинги и круглые столы для экологических добровольцев, а также различные экологические акции и мероприятия с участием жителей города. Общая численность граждан, вовлеченных в ИВЦ в 2022 году, составляет 1106 человек. Недавно завершился эколого-просветительский квест «Арктикбург», разработанный эколого-волонтерским центром для волонтеров. Участники узнали интересные исторические факты об арктическом регионе и его окружающей среде, посетили адреса, издания и памятники, связанные с Арктикой или арктическими деятелями. Используя интерактивную маршрутную карту, участники передвигались от станции к станции, на которых им предстояло решать непростые экологические задачи. Одно из самых крупных международных мероприятий, также при поддержке ЭВЦ, это «Климатон», мероприятие по вопросам изменения климата. Студенты, молодые преподаватели, специалисты в этот день объединяются, чтобы разработать инновационные решения в области изменения климата. На сегодняшний день одной из наиболее важных экологических проблем Санкт-Петербурга является загрязнение нефтью и нефтепродуктами реки Невы и Финского залива. Для решения этих задач в Санкт-Петербурге осуществляется целенаправленная подготовка экологических волонтеров для оказания содействия в ликвидации последствий аварийных нефтеразливов. С 2009 года комитетом проводится ежегодное обучение добровольцев по специально разработанной программе поэтапной практической подготовки экологических волонтеров для участия в ликвидации разливов нефти в береговой зоне Санкт-Петербурга. Для обучения добровольцев разработанная программа разбита на три части: теоретическая подготовка, практическая и непосредственно отработка
элементов ликвидации последствий нефтеразливов. Подобные тренировки стали уже системными, они проводятся силами комитета ежегодно на протяжении более 9 лет. И в настоящее время по программе подготовка волонтеров для участия в спасательных операциях по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в береговой полосе прошло обучение 989 экологических волонтеров. Также под ведомственным комитету дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга проводятся различные мероприятия для волонтеров на УПТ в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В ходе акции волонтеры высаживают деревья, ухаживают за существующими посадками, борются с инвазивными видами растений, собирают семенной материал. И также с волонтерами проходят мероприятия по выпуску птиц, которые были спасены специальными службами города. Комитетом на постоянной основе создаются эколого-просветительские видеофильмы, видеоролики, посвященные в том числе экологическому волонтерству. Ролики демонстрируются на городских экранах в рамках социальной рекламы, а также на площадках многофункциональных центров. Комитет ежегодно выпускает журнал «Окружающая среда Санкт-Петербурга», регулярно освещает мероприятия с участием эко-волонтеров и работу экологического волонтерского центра. На слайде также представлены список основных наших эколого-просветительских материалов, выпускаемых комитетом. Всего в рамках мероприятий, проведенных комитетом, в 2022 году было привлечено 5000 волонтеров. Волонтеры принимают участие в решении экологических проблем, и с каждым годом таких неравнодушных людей становится все больше и больше. Спасибо. Спасибо, Марина Валерьевна. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех к нам в Санкт-Петербург на форум «Экология большого города», который будет состояться с 22 по 24 марта. Всех спасибо. Будем. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, у нас все новости наших мероприятий. Активно публикуем. Спасибо. Уважаемые коллеги, к работе по достижению глобальных экологических целей активно присоединяется сегодня и промышленность. Подробнее о том, как предприятия помогают решать экологические проблемы, расскажет Быков Денис Викторович, руководитель направления экологии «Томскнефтехима». В своем докладе о социально-экологические проекты, реализуемые бизнесом на примере «Томскнефтехима». Пожалуйста, Денис Викторович. Здравствуйте, уважаемые руководители, коллеги, все неравнодушные к делу охраны окружающей среды. Сегодня, прежде всего, спасибо за приглашение, за возможность выступить. Сегодня расскажу про те проекты, которые у нас реализуются на производстве, на предприятии «Томскнефтехим» и в холдинге, в который это предприятие входит. Напомню, «Томскнефтехим» – это крупнейшее предприятие нефтехимии в регионе, которое, в свою очередь, входит в холдинг «Сибур», который является крупнейшим нефтехимическим холдингом России. Но не секрет, наверное, все знаете, что нефтехимия – это отрасль промышленности, которая значительно нагружает окружающую среду. Ну, в принципе, это не тайна. Физику здесь не обманешь, она очень энергозатратна. Поэтому совсем, конечно, от негативного воздействия на окружающую среду мы не уйдем, но в наших силах управлять этим воздействием и минимизировать его, в том числе и через специальные экологические программы. Одна из вех развития Сибура и всех предприятий, которые в него входят, это ESG-повестка, она же повестка в области устойчивого развития. Ну, все знают, что устойчивое развитие – это такой своеобразный треугольник, в который входит экология, социальная ответственность, управление и экономика. Этот, конечно, треугольник должен быть равносторонним. Если мы перекосим какую-то из его сторон, это правильным не будет. Поэтому Сибур старается держать, скажем так, повестку устойчивого развития в равновесии, ну, как я уже сказал, в том числе через внедрение экологических программ. У Сибура есть экологическая повестка, экологическая программа, сверстанная до 2025 года. Уже реализованы очень большие проекты по строительству очистных сооружений на многих предприятиях. Строятся факела закрытого типа, вот такой построен в Сибур-Кстово, то есть факел, сжигание в котором происходит внутри специального аппарата, что позволяет полностью уйти от дымного горения, от выбросов
сажи в атмосферу. Но Томск-Нефтехим в этом плане тоже не отстает. У нас есть большие программы и по снижению воздействия на окружающую среду, ну, чисто, так сказать, аппаратным методом, и ряд социально-культурных программ, направленных на повышение, так сказать, экологического восприятия людей, и сотрудников предприятия, и жителей региона. Пардон. Ну, вкратце расскажу. Одно из важных направлений для нас – это снижение выбросов в атмосферный воздух и снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Как я уже сказал, нефтехимия – это отрасль, достаточно, так сказать, нагружающая окружающую среду, один из таких значимых видов воздействия Томск-Нефтехима на окружающую среду – это выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выбросы парниковых газов. Совсем мы, конечно, от этого не уйдем, так как технологические процессы требуют нагревания тысяч тонн сырья в сутки, а это сжигание топливного газа. Но мы в силах управлять этим процессом. На производстве произведена масштабная цифровая трансформация, установлены оцифрованы очень многие процессы на производстве, за счет чего мы можем более тонко, более точно управлять технологическими процессами, можем снижать потребление, удельное потребление топливного газа, более тонкое управление процессами. За счет этого мы к 2025 году планируем снизить удельный выброс парников на 20% и прямых выбросов, и косвенных. То есть косвенные выбросы – это, скажем так, те опосредованные выбросы парниковых газов, которые получаются за счет потребления электроэнергии. А производство электроэнергии у нас во внешнем периметре – это в основном что? Сжигание ископаемых углеводородов. Вот. К выбросам я чуть позже вернусь. Также на предприятии реализуется программа «Чистая метла». Это международное такое движение. Эта программа – это совокупность мероприятий, направленных на недопущение попадания гранул и порошка полимеров в окружающую среду. Ну, скажу, что Томск-Нефтехим у нас предприятие достаточно старое, оно построено еще в советские времена. И раньше, когда-то давно, все, скажем так, несортовые полимеры, порошок, который получается как побочная продукция, куски полимеров, которые образуются тоже в ходе производственной деятельности, все просто увозились на свалку. Вот сейчас такого уже нет. Все произведенные полимеры, практически любой марки, они востребованы и в России, и за рубежом, поэтому практически все образующиеся полимеры у нас собираются и уходят в переработку, ну, либо куда-то на продажу сторонним организациям. Такого отхода, как отходы полимеров, Томск-Нефтехим сейчас уже не образует, чему я очень рад на самом деле. Вот в этом году на Томск-Нефтехиме запущена новая установка. Это гордость нашего завода и гордость моя лично, так как к этому я приложил тоже определенное участие, это локальные очистные сооружения. У нас нет своего сброса в водные объекты, все стоки у нас уходят на доочистку, на городские очистные сооружения. В принципе, все необходимые нормативы природоохранного законодательства мы соблюдаем. Ну, возникает, конечно, вопрос, зачем тогда строили. Но дело в том, что экология, скажем так, это такой предмет, это такая вещь, которую нельзя рассматривать вот в текущем моменте. Надо обязательно смотреть на будущее, на перспективу. Вот мы проанализировали перспективы своего развития. Нефтехим тоже не собирается вот сейчас закупливаться и оставаться таким вечно. Конечно, он будет развиваться. Поняли, что на определенном этапе своего будущего, своего развития, мы, скорее всего, уже не смогли бы выдерживать требования природоохранного законодательства в части качества сточных вод. Поэтому было принято решение построить локальные очистные сооружения, которые очищают наиболее загрязненные потоки на предприятии. Мощность у них не очень большая, 75 кубов в час, но этого хватает, чтобы многократно перекрывать в лучшую сторону те нормативы, которые сейчас установлены природоохранным законодательством. На самом деле очень интересная конструкция у очистных сооружений. Мы ушли от классической схемы, где сточные воды очищают бактерии. Все построено исключительно на физико-химическом методе. И, скажем так, очистные работают прекрасно. Даже я был удивлен, когда их запустили. Стоки оказались даже многократно чище, чем мы рассчитывали, исходя из проектных данных.
Тем самым мы несколько разгрузили городские очистные сооружения, ну и город, я думаю, тоже будет развиваться и дальше. Таким образом, мы заложили определенный такой лак, который позволит развиваться городу, не перегружая при этом городские очистные сооружения. Это вот такая своеобразная социальная составляющая устойчивого развития. Еще один из моментов, который был реализован по нашим экологическим программам, это замена факельного оголовка на нашем факеле. Ну, кто из присутствующих томичей здесь присутствует, наверняка время от времени видели раньше, как у нас дымил, скажем так, переходил в режим дымного горения наш факел. В этом году мы заменили основное устройство, которое сжигает там углеводороды, факельный оголовок, поставили, ну, если не самый лучший, то один из самых лучших. При этом, когда его выбирали, во главе угла стояла именно его экологичность, его полное сжигание выбросов без образования сажи. В августе этого года, в период остановочного ремонта, этот оголовок был установлен, и я, в принципе, уверен практически, что больше вот такого дымного горения, которое было раньше, мы уже не увидим. Оголовок должен справиться со сжиганием углеводородов. Ну, естественно, мы не ограничиваемся, как я уже сказал, только какими-то аппаратными методами охраны, защиты окружающей среды. У нас очень большое внимание уделяется именно социальным экологическим проектам. Один из этих проектов – это участие в проекте «Томский лес». Участвуем мы в нем с 2021 года. Регулярно коллектив «Томский Евтехима» участвует в посадке деревьев, ну, в различных у нас районах. В области было высажено уже более 6 тысяч деревьев. Вот в этом году, буквально, наверное, сколько, месяц назад, был очередной этап вот этого проекта. Высаживали кедры. Сейчас помню, высаживали их в районе Зоркольцева. Ежегодно коллектив предприятия принимает участие во всероссийском субботнике «Зеленая весна». Но несмотря на то, что территория у нас, в общем-то, очень чистая, люди об этом заботятся, тем не менее, всегда есть, особенно по весне, где поработать, что убрать. Люди с удовольствием выходят, причем это без каких-то понуждений, просто по зову, так сказать, души. Вот еще, так сказать, с гордостью отмечу, что территория у нас не только чистая и озелененная, но она у нас еще достаточно так хорошо населена фауной. Люди очень неравнодушны к животным, которые у нас есть на территории, самостоятельно делают кормушки для птиц, для белок. И еще есть такой момент, что периодически пытаются принести нам, экологам, на воспитание какое-то животное. В прошлом году вот принесли птенца-сокола. Вот искренне просил его не трогать, но люди волновались, потому что там, где был этот птенец, уже появились вороны, боялись, что они этого птенца просто съедят. Вот. Птенца откормили и выпустили. В этом году такая ситуация была с детенышами белки. К сожалению, белка-мама погибла, перебегая дорогу, а вот бельчонок, который остался, мы его благополучно выкормили и выпустили. Тоже нашли этого бельчонка не мы, нашли работники предприятия. Как я уже сказал, очень неравнодушны именно к охране окружающей среды. Надеюсь, что в таком воспитании людей, в повышении их экологичности, есть и, может быть, какой-то мой вклад, моя толика. Вот такие кормушки делали для белок. Белки нам за это очень благодарны. Ежегодно мы проводим выпуск мальков рыбы в водный объект, но, в принципе, это на самом деле наша, конечно, законодательная обязанность, к которой мы подходим со всей ответственностью. До этого года ежегодно у нас выпускалась в реку пелить. Ну, в этом году Росрыболовство нам несколько изменило вид рыбы, который нужно выпускать. В этом году выпустили почти 5000 мальков муксуна в реку Томь. Евтехима у нас активно участвует в областных и всероссийских экологических конкурсах, которые проводят и общественные, и государственные организации. Так уже несколько лет подряд выигрываем конкурс «Зеленый офис». Спасибо, кстати, за такой конкурс, очень интересный. В этом году
победили во всероссийском конкурсе «Экобест Авард» в номинации «Лучший инвестиционный проект». Этим лучшим инвестиционным проектом у нас стали локальные очистные сооружения. Не чужды мы чемпионату по спортивному сбору мусора, про который недавно говорили, участвуем мы в нем с 2016 года, ну и ваш покорный слуга тоже время от времени в нем участвует. Первое место, ну, к сожалению, не занимаем, но мы стараемся. В конце концов, главное здесь, вот тут как раз главное не победа, главное участие. И СИБУР, и Томск Нефтехим ведет проект, который называется «Формула хороших дел». Проект социальной и экологической направленности. В рамках этого проекта, коллеги, любая общественная организация и, в принципе, любой активный гражданин может подать заявку вот на этот конкурс, на «Формулу хороших дел» с описанием проекта, который он планирует реализовать, и получить грант на реализацию этого проекта. У нас поддерживаются и различные экологические мероприятия, вот в частности вот посадка саженцев, про которую я говорил, и проекты сугубо такие социальные, такие как забег «Стальной характер», там наверху видите человека, который активно в этом проекте участвует. Так, ну, на этом я закончу. Спасибо, что дали возможность рассказать о предприятии. Спасибо, Денис Викторович. Слово для представления доклада «Экологические прогулки. Проект для ознакомления с природой, культурой и историей родного города на примере города Томска» предоставляется молодому талантливому магистру Национального исследовательского Томского политехнического университета Мальковой Яне Юрьевне, неоднократному победителю международных и всероссийских конкурсов и премий. Добрый день, меня зовут Малькова Яна, я магистрант Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета и председатель Ассоциации стипендиатов фонда Владимира Ивановича Вернадского. Сегодня вашему вниманию я представляю наш проект «Экологические прогулки. Природа, история и искусство». Проект «Экопрогулки» – это всероссийский проект, партнерский, фонда имени Владимира Ивановича Вернадского, Ассоциации художников-пленаристов России и Ассоциации творческих художников России. Проект был начат в 2021 году в рамках стипендиальной программы фонда. И начался он с трех экопрогулок. В Москве, Санкт-Петербурге и Бресте. И в настоящее время география проекта представлена несколькими городами России и Беларуси. Цель проекта – это этот проект не только эколого-просветительский, он также и эколого-патриотический. Его целью является выражение любви к родному городу, селу, краю через призму истории и искусства. В экопрогулках мы можем отразить гордость нашей страной, ее культурным и историческим наследием. И именно поэтому мы определили для себя целесообразность представления данного проекта широкой аудитории в рамках Всероссийской конференции по экологическому образованию. И так как площадка проведения конференции «Город Томск», мы решили сделать экопрогулку по нашему городу. Не по всему городу, а по тем родным нам местам, где мы родились, выросли и в настоящее время учимся и творим нашу научную и просветительскую деятельность. В настоящее время команда проекта представлена более чем 20 человеками именно по городу Томску. Это студенты, магистранты, аспиранты, сотрудники вузов Томска и других регионов нашей страны. Присоединиться к проекту «Экопрогулки» может любой школьник, а также студент колледжа или вуза. И не просто провести прогулку по экотропе в своем родном городе, а сделать из этого эколого-культурное событие, которое останется как минимум в памяти автора данной прогулки и его окружения. Также скажем по секрету, что данным проектом интересуется руководство президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках реализации проекта «Экософия». Нашему проекту «Экопрогулки. Жить
и процветать. Внимание на экран. Добрый день. Меня зовут Ворошлов Евгений. И в обычной жизни я студент Хакасского государственного университета имени Николая Федоровича Катанова. Но сегодня я участник окружного этапа Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и приехал в город Томск, чтобы провести для вас экопрогулку по территории Томского политехнического университета. Что такое экопрогулка? Это проект, созданный в рамках творческого содружества российских художников «Неожанр» и фонда имени Владимира Ивановича Вернадского. Его цель – рассказать об экосфере родного города, поселка или населенного пункта через призму природы, истории и искусства. И сделать это так, чтобы каждый житель нашей страны мог не просто пройтись по томскому маршруту, но и задержаться на минуту или остановиться на час, чтобы выполнить художественную зарисовку уникальных растений, сфотографировать объекты исторического искусства города или же описать в блокноте каждый пункт маршрута. Сегодня мы вам предлагаем пройтись по внутренним дворикам Томского политехнического университета, чтобы увидеть то, что обычно скрыто от глаз обычных туристов, увидеть истинную красоту природы и инженерные мысли. Изначально во внутренних дворах Томского технологического института императора Николая II, а именно так раньше назывался Томский политех, располагались хозяйственные постройки. Здесь, во дворах горного, физического и химического корпусов, были расположены сараи, ледники, конюшня и электрическая подстанция. Во дворе горного корпуса была обустроена еще и аллея, где первый декан горного отделения Томского технологического института Владимир Афанасьевич Обручев, профессор, академик, геолог, географ и просто замечательный человек, высаживал сибирские лиственницы. Профессор Обручев не раз говорил, что существование инженера и природы – это философия двух противоположностей – о создании и созидании. Забирая ресурсы у природы, инженер обязан не нарушить ее целостность, а приумножить ее богатство, если это возможно. В годы Великой Отечественной войны в корпусах Томского технологического института располагались жилые флигели. Здесь жили профессора и преподаватели Томского технологического института и других эвакуированных вузов страны. Руководство института разрешило использовать внутренние дворы химического и физического корпусов для разведения огородов. Собираемый урожай стал существенным подспорьем в рационе студентов и преподавателей в годы Великой Отечественной войны. Изначально руководство вуза занималось облагораживанием только территории возле корпусов на улице Садовой. Сейчас это проспект Ленина. Уже в начале 20 века здесь были высажены тополя, обустроены пешеходные дорожки и устроено уличное освещение. Мы верим, что те тополя, которые сейчас располагаются возле исторических корпусов, видели еще первых преподавателей и студентов Томского технологического института. Самое удивительное, что между корпусами ТГУ и ТПУ есть проход, ведущий к родникам и прудам университетской рощи. Несмотря на то, что мы с вами находимся в центре города, это абсолютно природное место. Здесь можно увидеть совершенно нетронутые территории. Березовую рощу, заросшие калины и черемухой овраги. На территории Томского политехнического есть родники. Они поддерживают водный баланс университетской рощи, питают водоемы и образуют микрорельеф. Сегодня на территории университетской рощи насчитывается около 30 выходов родников, которые питают три пруда, в том числе и политехнический. Он находится за главным корпусом Томского политехнического университета. И скажу вам по секрету, многие преподаватели и студенты даже не догадываются, что такая красота находится прямо за окнами их рабочих кабинетов. В этом чудесном месте слияние природы и инженерной мысли
мы завершаем нашу эту прогулку. В роще мы увидели, как лиственные деревья, береза, тополь сибирский, липа, так и хвойные деревья, ель сибирская, сосна. На территории университетской рощи выявлено более 200 видов растений, более 150 видов птиц. Мы приглашаем томичей и гостей города не просто пройти по данному маршруту, но и запечатлеть уникальные объекты природы, истории и искусства. Увиденные нами сегодня деревья, родники, пруд столетиями наблюдают, как развиваются и растут дети, студенты, наши современные инженеры. А как мы наблюдаем за ними и сохраняем о них память? Можно сказать, что наш проект и исторический, и краеведческий, и музейный, но мы его определили как экологический, потому что говорить о любви к окружающему нас миру можно только сохраняя природу, изучая историю и сберегая культуру. Фонд имени Владимира Ивановича Вернадского и Томский политехнический университет. Проект «Экопрогулки. Точка притяжения. Город Томск». Большое спасибо за внимание. Приглашаем присоединиться к нашему проекту. Большое спасибо, Яна Юрьевна. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы попытались пленарную часть нашей всероссийской конференции наполнить продуктивными, интересными сегодня выступлениями. Насколько это получилось, у вас будет возможность это оценить и высказать свои пожелания и предложения. Я хотел бы еще раз от себя и от вас поблагодарить всех спикеров, которые сегодня выступали. Напомнить вам о том, что сегодня с 14.00 начнут работать 8 дискуссионных площадок. Все в программе они указаны. Я вас с большим удовольствием приглашаю на сегодняшний день и на завтрашний. Напоминаю, что все ваши предложения, которые поступят по итогам пленарного заседания, по итогам дискуссионных площадок, по итогам практикумов, вы можете передать вашим руководителям секций, и мы завтра на итоговом круглом столе обязательно все это включим в резолюцию. Я хотел бы поблагодарить всех коллег, которые прибыли сегодня на конференцию из других субъектов Российской Федерации. Я хотел бы пожелать вам, и желаю, самое главное, здоровья, желаю вам благополучия и, самое главное, оставайтесь верны нашему общему экологическому делу. Спасибо, коллеги. Пленарное заседание мы завершили.